каких-то особых претензий к уставу никакого нет. Большой радости в его принятии у меня там тоже нет. Я отношусь к этому совершенно нормально, как к нормальному явлению. Новый устав неплох, нехорош. Вот. Но чего же вдруг испугались наши граждане, садоводы? Это пункт 8.9, который гласит о том, что... Сейчас я вам даже буквально зачитаю, о чем речь. Товарищество, осуществляющее полномочия собственника имущества, вправе по своему усмотрению в соответствии с уставными целями совершать в отношении этого имущества любые действия, не противоречащие закону и не нарушающие права, охраняемые законом интересы своих членов и третьих лиц, в том числе отчуждать такое имущество и так далее. Люди почему-то читают пункт 8.9 и начинают беспокоиться о том, что правление единолично может распорядиться какими-то там землями СНТ, имуществом СНТ. Что, вот как же так? Товарищество поименовано собственником. Во-первых, я хочу отметить, что все пропускают слово «осуществляющее полномочия», полномочия собственника. Понимаете? Юридическое лицо просто как орган, который уполномочен. Уполномочен, совершенно верно.